осмотрели детский сад, в котором сейчас проводится ремонт вентиляции. К началу учебного года будет завершен, и детский сад полностью готов к принятию детей. Я рад, что функционирует активный детский лагерь, дети получают возможность оздоровления пришкольного. Ну и с точки зрения школы, выглядит она добротно. Есть такие текущие моменты, связанные с необходимостью утепления. Один класс в этом году делается утепление, по остальным будем планомерно осуществлять, так скажем, соответствие температурному режиму здания, которое есть, а само здание достаточно новое, добротно, уверен, что еще многие годы прослужит. Отдельно хочу отметить, обсудили сейчас с директором, что ученики Тегеевской школы показывают очень серьезные успехи. 7 человек в этом году закончили, были и 90 баллов по ЕГЭ, и все они успешно поступили в высшее учебное заведение. Надеюсь, что многие из них потом примут решение вернуться в Тегель. Для этого будем работать с ними, проводить индивидуальное информирование о тех возможностях, которые район предоставляет для молодых специалистов.